Ну что, а мы переходим к главному событию этого вечера. И в октагон приглашается Владимир Ирландец Полозов. Поселок Абан, Красноярский край, Сибирь. 2 победы, 0 поражений. Кандидат мастера спорта и чемпион Сибири по армейскому рукопашному бою. Простой учитель физкультуры из провинциальной глубинки, полюбившийся миллионам фанатов кулачных боев. Сегодня намерен закрыть рот главному трэш-токеру 3-го сезона и доказать, что в костюме из Дубая в Сибири долго не протянешь. Куда тебе пока до Дубая? Куда? Ты стоишь в Найке в китайском. Какой костюм из Дубая? Джавид, как говорят у нас в Сибири, не кули ворочить. Выходи и доказывай не словами, а делом. А мы приглашаем его оппонента. Джавид, костюм из Дубая, Рзаев, 27 лет, Энгельс. Кандидат в мастера спорта по боксу и кикбоксингу. Многократный победитель международных турниров. Самый яркий трэш-токер 3-го сезона. Я тебе научу не только коров доить, я тебя научу, что людей тоже можно доить. Я тебе в бою это покажу, я тебя буду доить конкретно. Который подкрепил слова делом, уверенно разбив Венома в поединке на барже. Джавид говорил громкие слова перед боем. Размажу тебя, окровавлю все твое лицо, отправлю тебя обратно в Сибирь и будешь сидеть своим бараном, там, козлами, с кем там сидишь, там, доишь кого-то. Будешь в своей сельском колхозе там пожизненно, потому что это твое предназначение. Но он уверен, что еще громче будут разноситься звуки его ударов. Ну что ж, посмотрим. Сегодня я отправлю его обратно в Сибирь, и он будет дальше коров доить и заниматься своим сельским колхозом, ребята. Ситуация, помните о защите. Желаю успеха, Павла. Ну что ж, погнали. Очень яркое противостояние двух личностей. Все, главное событие карда. Владимир против Джавида. Костюм из Дубая, ирландец. Очень яркий образ у одного и у второго. Да, особенно у Джавида, да? За последнее время нашумел. Да. Я думаю, что сейчас ирландец попробует тоже всех удивить. Составляющих, потому что я думаю, по техническому компоненту Джавид получше будет, но вот ту руку, которую может навязать ирландец, да, мы все любим. Джавид прогрессирует в боксе, кажется. Ну, конечно, у него Слава Михайловна Андреева в углу находится. Как тут не прогрессировать, да, когда у тебя такой тренер. Легенда цеха. Владимир такой самоучка, да, Сибири парень. Да, чисто рубака парень. Здесь такое на колках, как из фильма, да? Так, с передней от Джавида. Да, хорошо работает. Сейчас Джавид гораздо более уверен, чем в своем дебютном поединке. Но... Да, он же говорил, что дебютный бой у него был такой. Опа. Что произошло? Почему вдруг резко покатился ирландец? Что-то там произошло у него с глазом. Я вижу. Глазом, да. На лбу огромный. Глаз еще, да, 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 заплывает. На лбу вообще большое. Не видит? Угу. Можешь дальше боксировать? Ну что, подойди маленько. Сечка глаз сильная? Видит? Нет, сечка небольшая. Сколько? Я не вижу левым, блядь. Ну не видит. Сможешь дальше давай, боксировать? Давай, давай, да. Не можешь, если да, сам могу, снимаешься? Могу, могу. Чтобы ирландец не мог продолжать бой, такой не видно, не слыхано, только да, либо обрубать наглухо, либо он будет переть вперед. Да, парень с духом такой. Возобновляется встреча. Раздергиваем Джавид. Джавид начал на кедах двигаться по-боксерски. Опа, снизу, снизу. Опять левый сбоку. Опа, опять просит паузу. Не может продолжать, да. Все. Технический нокаут, победа за Джавидом Рзаевым. Поздравляем Джавида, очередная победа. Да, ирландцу здоровья. Сразу понятно, что дела плохи, раз даже он не может продолжать поединок, потому что... Парень не из робких. Да, сильное повреждение, видимо, и с глазом там проблемы, и главное, чтобы... Ждем от Джавида сейчас новый вызов. Сейчас после боя вызовет. Да, ты будь начеку, а то... Да, да, может любого вызвать. До чего это доведет. Поздравляем, да, Джавида. Скорее всего, сейчас объявят.
голоса из синего угла на первой минуте, 33-й секунде первого раунда. Он же костюм из Дубая. Вот. На уважение, вот так. Вот так должны все заканчиваться противостояния. Ну что, вторая победа к ряду, и ты от слов перешел к делу. И вот теперь, я считаю, ты вправе озвучить нам многие свои амбиции. И респект за образ. Круто. Молодец. Люди хардкора, всем привет! Я очень рад, что я здесь второй бой выигрываю. Спасибо огромное моей команде. Много говорить не буду. Вчера был день рождения моего тренера. Я хочу подарок мой. Стан Мухаммадов, отсюда, пожалуйста. В октагон. А что же Лига не был? Вчера был день рождения. Спасибо. Я счастлив, что познакомился с этим человеком, что она приняла меня к себе домой. И моя команда Дауд, Ильнар, Артур, весь Китек. Спасибо ребятам всем. Вы все красавчики. И у меня еще один подарок есть, я хочу. Здесь есть Никита. Никита, он объявлял бойцов, когда был форсаж, он на кресло... Да, инвалид. Да, да, да. У меня да, есть да, ему подарок. Да. Я ему обещал, что костюм из Дубая... Он на всех турнирах у нас. Да, я подарю костюм из Дубая. Можно его в октагон, пожалуйста, как-то или передать ему подарок? Никита, ты здесь? Никита, я тебе обещал, брат, держи. Не-не, подъезжай, не-не, Никитос, он бывал и в октагоне у нас еще. Это вообще наш близкий, он у нас всегда и везде здесь. Никита, хватай. Держи, брат, я от души тебе дарю. От души тебе. Ни одного турнира не пропускаешь. Сейчас, секунду, я с тобой разберусь, не переживай. Я хотел бы сказать спасибо моим родителям, моей маме, отцу. Они переживают за меня там. В Ингисе, братья мои. Вот. Я счастлив, я в хардкоре, я здесь собираюсь зависнуть. Вызовы не будут кидать, потом все сделаю на конференциях. Я просто очень рад, Анатолий. Спасибо вам за такую возможность. Я счастлив, спасибо. Красавчик, с победой тебя. А слов к делу, молодец. Толя, ты видел видео, где тренер наказывает скакалкой Джавида? Нет. Надо было еще скакалку новую. А ну можно где-то сейчас подарить. Здесь в окошке появиться? Я думал, ты скакалку ей подаришь. Да? Красавчик, с победой. Но главное, что метод работает. Вот и все. Вот и все. Всем салам алейкум. Он на меня что-то в сторизах там газует, я не знаю. Пишет, то в эфир ко мне выходит, что-то мне говорит, там, уронит меня и так далее, там, с тобой разберусь, там, железно омогает, что-то, я его понять не могу. Слышишь, ты от меня так же будешь скакалкой получать, понимаешь? Так же будешь получать. Ну. Не-не-не-не-не-не-не-не. Да нет. Ну зачем? Ну вот зачем? Ну зачем? Ну зачем? Ну вот у тебя сейчас идет гран-при. Баранки гнут. Тебе сейчас. Да я его на кулаках не буду бить. Тебе сейчас в одних четвертых финала надо драться и концентрироваться на этом. Ну газуют и газуют. Ты лучше успокойся. Закончи с гран-при. Закончи с гран-при. Зачем тебе? Я уважаю твоего тренера, уважаю твою команду. А тебя я здесь просто не хочу ломать, ничего с тобой делать, ничего не хочу. Дери свои гран-при. Я как ты только с него вылетишь, я надеру тебе задницу, поверь. И в этом можно сомневаться. За базаром следи. Я не буду следить за базаром. Как считаю, пока я только буду с тобой общаться, понял? Все. Ты просто болтун, понимаешь? Свободен. Болтун. Свободен, вот все. Говорю. Отвечаю тебе за слова. Тебе печень посажу. Тебе твое предназначение пасти баранов, понял? Дурачок. Вот. Просто ля-ля. Дальше. Просто я хотел ля-ля. Бы выразить свой... Ты на свою прическу все. Посмотри просто, эй. Все. Дурак, блин. Я хочу проявить уважение своему сопернику, ирландцу Володя, брат. Я сказал, что доить коров, все это я по поводу одежды, я тебе сказал. Да доить коров, благое дело, да. Володь. Я по поводу одежды тебе там что-то сказал, я все слова извиняюсь, я тебя уважаю, ты мой оппонент, теперь ты мой брат. Люди хардкора, всем спасибо за прическу, особо не хейте меня, это чисто для боя, это для хардкора. Слушайте, у нас подъехал новый мерч, и коллекция еще и расширяется. Володь, худак. От хардкора. Новая коллекция. Держи. Спасибо. Майку. Еще кепка подъедет. И все. Чтоб тебе никто ничего за одежду больше не говорил. Ты готов сделать сердаун?
ты что, не переживай, что я тебя сломаю просто? Хочешь, сейчас отправлю. Давай сделаем стердаун, я тебя пальцем не трону, просто стердаун. Да я тебе, ты меня не пугай своим пальцем, понял? Я твои пальцы сломаю тебе вместе с твоими руками, с ногами. Смотри. Просто давай идем, сделаем стердаун и все. Ты не надо слов, просто давай стердаун сделаем. Ты уже пробалабол. Ты, когда ты после боя, знаешь посмотреть? Что, после боя, когда подходит к сопернику, не трогать ни руками, ни ногами. Это мужские понятия, это нормальные я понятия. Ударил. Да ты со мной я бороться ударил. Начал, ты я бороться начал. Ты скажи спасибо, что я тебе не куркнул стринг отсюда. Понял? Мага, у тебя... Куркну, дурачок, тебя, тебя я куркну. Идем сюда, в глаза посмотри мне, идем. Пустые глаза вижу. Пустые глаза полный вижу. Рот вижу. Чабан стоит. Разводи. Полный рот крови. Разводи. Я понял, да? Хорош. Ты будешь харкаться кровью. Мага, закончи гран-при и потом поговорим. Тебе в рейтингах биться дальше. Планы есть, оппоненты понятны. На конфе все обсудим. Договорились. Давайте, подарки от спонсоров. Вов, скажешь нам пару слов, родной? Мы-то тебя, ты знаешь, как символ Сибири всей принимаем. Ну что, 2-0, шоу. Шоу 2-0, нормально все, возможно. Я не знаю, что... Я не знаю, что говорить. На меня... Да ладно, хорош. Вся Сибирь верила. Ты готовился? Да, я пахал, я готовился. Сибирь, матушка, родные мои, простите меня, жена моя. Да хорош, хорош. В общем, как будет дальше, еще один бой по контракту, я думал, выиграю. И хотел бы по боксу подраться, перейти в другую весовую. Женя моряком. Я провел 5 боев на голых кулаках, один из первых в Сибири. Ну, по традиции, Сибирь, матушка, низкий поклон, но... Сегодня мы проиграли, и это был мой последний бой на голых кулаках. Все, хватит. Давай, ты выдохнешь, на эмоциях не будешь говорить. В хардкоре хоть ММА, хоть кулаки, хоть бокс. Сделаем тебе любой бой. Договорились? Еще раз. Выше голову. Сибирь, матушка, простите мои дети, кого тренирую, но... Как сказал великий Федор Емельяненко, кто не падает, тот не встает. О, вот такой настрой. Все, спасибо. Брат, ты же дагестанец. Посмотрите, у меня прозвище ирландец из-за того, что я похож на Конора, в моем углу дагестанец. Чтобы так было всегда. Миру мир, брату брат. Так что, о, где мои пряники, где мои? Все. Давай, спасибо.